Вы на что готовитесь? Вы не знаете. Вот я перед вами сижу. Я с 5 лет знал, я кем я буду. А когда... Ну почему? Я знаю, я хочу быть священником. Ну видите, вы говорите, что... Ну вот видите, у вас цель-то какая высокая. А я хотел быть террористом. Не, ну в детстве я хотел быть тоже, не хотел быть священником. Я хотел быть каким-то там тоже воином, не знаю. Я не просто воином, я хотел отомстить коммунистам за поруганную родину. С 5 лет я это все слышал. И поэтому я тренировался в секции стрельбы, бокса, там с собаками. Меня взять живьем трудно было бы. Но Бог меня нашел как Савла. Я пал и простер руки. Господи, что мне повелишь делать? А работал в это время на корабле, добился разрешения сдать 3 курса за год высшее мореходное училище. По выбору комиссии на одном из иностранных языков. И Бог показал это ничто, дым. Дымное надмение мира этого. Я все это связал в кучу и бросил. Я занялся одной Библией. У меня до 10 часов уходило на Библию. А в это время я работаю на стройке. Вы посмотрите, да. Вы, у вас семьи нет своей семьи? Не было? Повторите. У вас семья есть? Жена была когда? Вот вы когда будете подвязаться, трудиться, заниматься, сон сокращайте, вставайте в одно время. А тебя днем никогда не ложись, кровать забудь даже. Я вот, жена меня, 46 лет живем, и она меня не видела лежащим ни разу. Днем. Я Лапкин Игнатий Тихонович, а это подруга моей жизни, Надежда Васильевна Шадрина в девичестве. Ну, стала моей женой Лапкиной. И вот сегодня мы получили по интернету от Дениса Васильевича как бы наметку на то, потянет ли Надежда Васильевна уроки для детей. Каждый урок по 40 минут, как я понял. Ну и, конечно, надо дать то, чего нет нигде. Такое, чтобы действительно это было апробировано, что это действенная пища для детей, действенное оружие против греха. И таких уроков нужно не менее 10 дать. Но это только как начало, как говорится, затравка. Я сам начальник детского лагеря 40 лет. Вот нынче будет 41 год. И поэтому я ей сказал, ты подойди к этому очень ответственно, серьезно, обдумай, учти. Какие у тебя болячки, какие были недостатки, сколько лет ты не работала, какие у тебя результаты, успехи в работе с детьми. И дай ответ сейчас, можешь ли ты потянуть и выставлять это будут в интернет, которого вы все боитесь. Все что-то подправляют, боятся, переделать бы надо. Тут ничего нельзя переделывать. Вот какой есть урок, такой они получили, такой дети будут смотреть. Твое слово, дорогая, давай. Ну, я думаю, если было бы лет 10 назад, то другое дело. А сейчас в таком уже в старости я, наверное, не потяну. Я же работала с 90-х годов, когда разрешили, и по 5-й год официально в школах как преподаватель дополнительного образования по урокам христианской этики. С 1 по 11 класс я читала лекции. Читала лекции в санаториях, домах, интернатах, других учебных заведениях, училищах, где приглашали меня. Ну, а сейчас уже и возраст... Вопрос по поводу монашества. Я также привел вам несколько правил соборных, которые определяют, что находиться в монашестве, тем людям, которые истинно находятся в монашестве, как бы, ну, это честь, и это как бы высокое служение. И тем, кто хочет уединиться и уйти там, в пустыне, то это тоже как бы одобряется и считается это очень хорошим. Я правильно сказать, считал. Давайте коротко. Да. Я вам сразу поясняю. Вы Игнатия Брянчанинова признаете святым? Я да. Он едет в инспекторскую поездку и дальше делает вывод. Во всей России, вы знаете, сколько было монастырей? Нет, то, что есть проблемы в монастыре, нет, это я знаю. Проблема не надо, мне это чужую, говорится, не надо вешать. Просто есть, я вопрос спрашиваю, сколько монастырей было, вы знаете? Ну, количество точно не знаю, запишите. Очень много. Ну, запишите, будете знать, вы не бойтесь, вы... Признание вне знания открывает путь знанию. Хорошо, запишу. Перед революцией было 1275 монастырей. Да. Это никак не помешает знанию-то. 1275. Да. И он находит едва ли 4, которые духовные, а остальное актеры. Вот о чем я говорил. И теперь, которые правила вы приводите, вот если бы они его выполняли,
Во-первых, монах нигде не должен быть, кроме туда, где его постригли. А они сегодня как безбородные собаки, шатохи называются. Игнат Тихонович, простите, я говорю об идеале. Вы говорите сейчас о том, что сейчас существует в реальности. Да. Вы можете сейчас сказать, что вы признаете, что если монах истинный монах уходит, подвязается, что это вы это одобряете, вы не говорите, что это неправильный путь. Вы сейчас можете это сказать? Не могу я сказать, потому что нет правильного. Правильный такой. Он один. Апостол Павел, мы сегодня проходили. 7 глава, 1 послание к Коринфянам. Хорошо быть одному. Выдающий девицу замуж хорошо поступает. Не выдающий лучше. Почему он один? А для чего один? Блаженный Феофилат говорит о том, чтобы служить Богу. Целиком отдача полная была. И поэтому монашество, он один. Я приветствую. Но когда его запечатывают, и никому он не нужен, я против. Это, во-первых, это против Слова Божия. Господь не сказал стоять, а говорит, идите по всему миру. И когда Иоанна Златоуста повлекли туда, куда он в кукуц пошел, он дорогой монастыри распускал и говорил, снабдите их обувью, кельтские народы, это там в Англии, снабдите всем необходимым. Монастыри должны идти и проповедовать. Мы досиделись, Мухаммад пришел. 2 миллиарда мусульман режут голову, мы все дурака валяем. Хорошо, тогда мы можем сделать вывод, что это правило, оно неправильное. Так я вас понимаю? Правило собора. Это правило, если это правило, то оно для того, чтобы он окреп. Апостол Павел, который сразу ушел в Аравию. Где в Аравии, мы не знаем. Это как монастырь. Он должен привести чувство свое, говорит, в единение со Христом. Проверил все места Писания. И дальше должен идти один, не жениться. Я за монашество. Я за монашество, который служит Богу по Евангелию. А не просто отлично. Откормленные жеребцы там отдельно друг на друге сидят. Монашество – это все-таки есть истинные монахи, есть правильный путь монашества. Не жениться и идти проповедовать одному. Вот правильный, который путь Христов. А не так, что... Я сейчас скажу. Подождите, Николай. Смотрите, да. Монастырь Святой Пахомий Великий. 11 тысяч мужиков. Дальше. Описывается монастырский устав у Венедикта. И говорит, были поселения по 50 тысяч. Это города настоящие. Государство начало разваливаться. Считайте Гангский собор. Оставляют мужей, идут в монастырь. Оставляют детей, уходят. И тогда целое правило пошли. Государство начало разваливаться. Если кто оставляет жену ради подвига, да будет под клятвой, то есть проклят. Если оставляет родителей под клятвой, то есть проклят. Детей оставляет проклят. Что непонятно, то не туда заехали. Смотрите, Антоний Великий молится. Антоний Великий, что он, самозванец разве? И у них мысль такая была, вот я настолько высокий, что если кто-то в мире такой, как я, и он молится день, два, и Бог наконец ему сказал, есть. А я думал, я самый хороший. И вот его посылает куда? А иди в соседнюю деревню, такой-то дом. Он приходит, бабенка выходит. Так, теперь говорит, скажите, а что вы делаете? Кто? Ну вы, как живете-то? Да как мы живем? Да как обыкновенно... Мы сегодня ночью, говорит, ложа со своими мужьями разделяли. То есть спали семейные. А в чем сила-то? А вот, говорит, мы вышли за двух родных братьев и живем в одном доме, и ни разу не поссорились. И это выше, чем его монашеское житие на 10 тысяч монахов. Вот в чем суть-то. Вот я за это монашество. Но главное, что этой женщины имя даже не сохранила история. Хорошо, но смотрите, монашество, зачастую монахи говорят о том, что молитвенное делание, оно не менее действенно, не менее значимо в нашей же в реальной жизни для людей. И что, когда они находятся, допустим, в затворе и молятся, то это тоже влияет на этот мир, влияет на людей и так далее. Влияет? То есть, Я повторяю, Николай, 1275 монастырей. Влияет? Вверх ногами вся Россия. Царь расстрелян, все потеряно. Все развратилось. Но вы не смейтесь. Послушайте один раз. Вам, Николай, это сгодится. Барнаул. Собор. Прощенное воскресенье. Более смирения, кажется, никогда не достичь, как православие смирения в этот день. И слушайте епископ Максим Дмитриев. Сейчас он в Ельце, Липецкой области. Тут священников примерно 32 я насчитал. Все подходим к епископу, а потом к священникам. Ну, знаете, как делается на прощенное воскресенье-то. Завтра пост великий начинается. Мы выходим на улицу, а мы, крестовоздвиженская община, с каждое прощенное воскресенье идем в собор. И также подходим к епископам, к священникам, и потом выходим на улицу, нам идти направо, а епархия там налево.
И у нас вот такие вот пальчик, примерно, написан наш сайт. К истине один народ.ру. И мы людям это сдаем. Это никого не касается. Это мой сайт. И там 12 томов Златоуста насчитаны. Там 50 книг духовных насчитаны. В это время семинаристы выходят. Рядом со мной стоит Игорь Дубунов. Вы его увидите в наших рассказах. 45 лет. Седая борода, в подряснике. Студенты приходят, которых вы знаете, ваши хорошие. Ты еще козел тут говоришь. Это отпрощенное воскресенье от креста. А другой подходит, да что ты говоришь, вмажь ему в морду-то. И тут же стоит священник. Теперь мы будем, когда у епископа, по другой теме беседовать. Два епископа сидят. Я вижу... циничными. И они, наши сестры, стоят, нежные голубицы, говорят, вы что делаете? Мы подошли, мы прощались, сейчас мы уходим. Они не понимают этого. Мы спрашиваем священника, вам что, так положено, что ли? А это все программа. Другими они не могут быть. Это система лжи. Ну, одна школа от другой школы отличаться может кардинально. Одна семинария от другой семинарии. Все зависит от того, кто стоит во главе семинарии, какой состав педагогический. Хорошо. Это очень большое влияние имеет. Все, теперь я поясняю. Я приезжаю в город Томск, 2012 год. Я приехал с подарками тамошнему митрополиту Ростиславу подарить книги мои. Новый Завет с полным толкованием блаженного Филактера и с откровением. Но его не было. Мы идем в семинарию, узнаем, говорят, тут проректор есть по учебной части, он в храме. Мы пошли, правда, он хором руководит, бургомистров. Запомните фамилию. Мы дождались. Кончил смотрение, он выходит, я похожу, подхожу, поздоровался. Я говорю, мы хотели владыке передать, а его нету. Вы не могли бы книги передать? Там симфония на жития святых, там на ней стоит благословение двух епископов. Понимаете, это да. Редкая книга. И что он мне? А кто вы такой? Я вас знаю. И начинает говорить то, что на улице не услышишь. Рядом стоят семинаристы, студенты. Тут стоит моя сестра, племянник. Он меня не знает, он ничего не считал. Он в этой системе. Говорит, какой руководитель? Я говорю, какой? Это одна из лучших епархий, в которой крестить как попало не положено. Митрополит Ростислав сказал, кто будет крестить не в полное погружение, мы расстанемся с ним. Я ему показываю, смотрите, вот благословение епископа Максима, Московского патриархат. Так это в каком году? В 2002 было благословение. Так оно что, прокисло или что? За 10 лет. Он не знает, что говорить. Он волк. А теперь я спрашиваю, где он? А его нет, он уже ушел. Он свое дело сделал. Это развратители. Вот что они в семинарии делают в Казанской? Вы сейчас знаете, что Андрей Кураев проще чего воюет-то? Конечно. Это же секрет какой. Я говорю, этого не должно быть. Почему? Нет духовного рождения. О духовном рождении вы понятия не имеете, семинаристы. Я с ними беседовал. Я поддерживаю диакона Кураева, поддерживаю его сейчас. Молиться надо за него. Считаю, что он должен и дальше продолжать обличать беззаконников, и надо их выявлять и делать чистку в штате церковном. Потому что нельзя таких людей, которые вопреки канонам, каноническим правилам служат, они не могут быть священниками по определению. Я с этим полностью согласен. Но я не хочу обобщать и говорить, что это все везде одинаково. Я знаю, я встречал истинных верующих священников, благочестивых и в своей жизни. Слава Богу, я благодарен за это Господу. Вот. Поэтому я не разочаровался в нашей церкви. Я вижу и беззаконие, я вижу и святость здесь, понимаете? Алло. Я говорю, я слушаю, говорите. Я сказал, я думал, опять связь пропала. Нет, вот я так. Слушаю внимательно. То, что я хотел сказать, ну, поэтому... Так, вы обращайтесь, давайте, к канонам. Вас что-то интересовало по канону? Я вам на два вопроса уже ответил. Да, еще хотел вас спросить... Я за монашество, понимаете, за монашество. Но такое, которое вписывается в строку Христову. Я за то, чтобы не выходили замуж, не женились. Служили Богу, но не сидели за стенами. Сидоров говорит, в монастыре... Это я согласен. Идут не худшие. Это люди крепкого характера. И их там запечатывали, и они, не давая потомства, уходили в землю. И теперь ничего там нет. Пустыни египетские пустые, одно мусульманство. Это пишет Андрей Кураев. Там, где были вселенские соборы, только развалины в городах. Даже перекреститься, говорит, не могу. Свечку затепить не могу. Почему? Сидели. 6 столетий сидели монахи. И с Мухаммадом только на полях сражений встретились.
За это еще придется отвечать. Тем не менее, сколько из монашествующих вышло великих богословов? Все великие богословы были монахами. Иоанн Златоуст, там, Василий Великий, Григорий Богослов, они все были монашествующими. Аллилуйя. Аллилуйя. Монахи, которые не сидели под заперти. А сегодня Андрей Курав говорит так: ты желаешь принять монашество, я тебе расскажу, что. Так, квартиру сдай, ты ничего не должен иметь. Дальше, на тебя будут сморкать и плевать. Я выгоню тебя в любой день, не объясняя причину, и ты будешь бомжом на вокзале. Согласен или нет? Подходи, я тебя постригу. Вот, я вас понял. И считаю, что пока действительно... Вы говорите, вот, который человек уже звонит, подождите. Нет, это Иоанн Суворов. Я знаю, это город Тула. Я ему откажу пока. Простите, там, в принципе... Знаете, сейчас, минутку, само... не отходите. Сейчас я человеку открою, чтобы завести, а потом меня найдите. Хорошо? Сейчас. Так, что хотел? Алло. Отец Иоанн. Алло. Ну что? Я жду вас, а вас нету. А, так я жду, вы же поговорили по телефону. Нет, говорить нет. Я сказал, вы сразу ко мне заходите, не ждите. Там не получилось, там вякает и непонятно. Два не тянет, слабый компьютер. Так, говорите, пожалуйста. Ну, в принципе, по поводу монашества я вас услышал. То есть во время первого разговора у меня сложилось другое впечатление. Сейчас оно поменялось. То есть вы сказали, что вы, в принципе, не отрицаете правильное монашество. Я голосую за это. Я голосую за это постоянно. Но не то монашество, которое, во-первых-то, вопреки канонов церковных и вопреки Божье Слово идет. Без монашества должно было бы мир этот осолить Евангелием. Да-да, вы еще вот один канон, который, вы меня простите, что я как бы пытаюсь вас подлавливать, может это может показаться, да. Но есть канон, который запрещает молиться с еретиками и с инославными. Вот, я видел на видеозаписях, где вы молились с мусульманами. Ну, как вы можете... где с мусульманами вы меня видели? Ну, когда вы проповедовали где-то, я не знаю, где это было, или в Азербайджане, или где вы были в квартире у женщин, и вы как бы говорите, сейчас помолимся. Вы начинали молитву, они как бы стояли в стороне, но тоже принимали участие в молитве. И что? Ну, я хотел вас, чтобы вы просто прокомментировали, такое допустимо. Я объясняю. Пророк Илия молился среди 850 лжепророков. И на его молитву это не повлияло, огонь сошел с неба. Что значит молиться нельзя с еретиками? В первую очередь они не еретики. Это инославные. Еретики бывают те, которые внутри. Я знаю разницу. Знаете, тем более, если я соглашаюсь с ними, вот в чем смысл-то. Соглашаюсь. А если я нахожусь у баптистов, и они считают «Отче наш», то что, мне это не надо, «Отче наш»? А если он говорит, нет никакой Святой Троицы, Свете или Иеговы, мы к таким приходили. Они говорят, ну будем помолиться. Мы сразу вышли в коридор. Они говорят, что выше? Я говорю, с еретиками молиться нельзя. И мы повернулись в другую сторону, помолились, прочитали, достойно есть Богородицу, и своими словами помолились. Хорошо, сняли этот вопрос, я тоже понял вас. По поводу подождите еще. Значит, тут начинают так. Католики и еретики. И начинают гвоздать патриарха Кирилла, что он встречается у папы, подошел под благословение, Иларион митрополит Алфеев. Позвольте, а с чего вы взяли, что они больше еретики, чем мы? У нас столько всего нахлобучено, что нам надо учиться молиться и не возноситься, как фарисеи. Нет, ну подождите, ну, мы как бы верим так, как постановили 7 вселенских соборов, правильно? Ну у да, нас про католиков, не... что они сказали? Про католиков, что сказали? А католики, у католиков есть новые догматы. Догмат о папском примате и так далее. Догмат, не принимаю, я категорически не принимаю и никогда не приму этот о примате. Это обман. Догмат о непорочном зачатии Пресвятой Владычицы Богородицы. Это не так. Они не правы. Но это не означает, что они еретики, которым нельзя подойти под благословение. Патриарх Кирилл подходит, и папа их благословляет. И люди сегодня на это нападают. Я не знаю, здесь есть мнение ряда святых отцов, которые говорят о том, что с католиками не сообщаться, считают их откровенными еретиками. Ну пускай так считают. Феофан Затворник тот же самый. Ну и что? Феофан Затворник это не собор. Мы говорим, сколько всего есть. Я с католиками ни разу еще не спорил. Ни разу. Но относительно папства, примата, тут я четко стою, мы никогда это не признаем.
Хорошо, Игнатий Сергеевич, я в принципе, вот как бы часть нашей беседы, которую я хотел, мы поговорили, еще есть у меня вопросы по поводу службы в армии и так далее, но я сейчас не готов с вами об этом говорить, я должен подготовиться, если можно будет как-нибудь в следующий раз. Следующее воскресенье. Хорошо, я вам благодарен, что вы со мной согласились встретиться. Если можно будет, я бы хотел как-то эту видеозапись получить. Если а вы зайдете, скачаете, мы ее сегодня, завтра выставим, завтра уже выставим. Спасибо, Господи. Мы же вам сказали в прошлый раз, у нас ведется запись, я же вас предупредил. Да, но я просто не ожидал, что вы выложите. А почему нет? Это моя запись, мне под язык никто еще не заложил. Я не был готов к дискуссии, потому что... Скажите, я вас как-то критиковал там или добавлял к этому ролику-то, нет? Нет, все, я никаких претензий к вам не имею, никаких претензий. Просто я имею претензии сам к себе, потому что я на некоторые вещи... Снимает. Вам его видно, Володю? Да, видно, видно. Да-да, просто на некоторые вещи, которые вы говорили, я с ними не согласен, но я молчал, потому что я из вежливости. Вы человек старше меня, у вас намного больше опыта, я из вежливости должен был молчать, вас и слушать. Но у меня есть какие-то вопросы, которые я хотел бы озвучить, чтобы меня потом мои же друзья, мои знакомые не обвиняли в том, что я согласился, допустим, с тем, что монашество — это ложный путь. Я этого не могу принять, поэтому я хотел это озвучить, и я вам благодарен, что вы дали мне такую возможность. Спасибо, Господи. Слава Иисусу Христу! Поистину. Отходите, во славу Божию. Во славу. Ну вот так. Что делается? Господь же так делает. Каких хороших ребят находит. Он замечательный парень-то. Понимаешь, нет? Это не те, которые заходили там хамьё. Вообще. Тут даже сравнивать не с чем. Замечательный юноша. Значит, Леонов Николай. Город Днепродзержинск или Днепропетровск. К алтаре. Через 7 минут он открывает алтарь. Мы 7 минут молимся, чтобы у священника было огненное служение. Чтобы литургия соединяла нас с небом. Не просто стояли. Вы не знаете свои таланты. Когда Бог обнаружит, покажет вам ваши таланты, вы поймете, туда вы идете или нет. Вы там находитесь, вы там будете свидетелями. Никакая работа, учеба не может сделать вас молчаливым. Монашество – это обман, что люди не должны говорить. Христос говорит, идите по всему миру и проповедуйте, идите. Когда мы считаем Деяния апостолов, 8 глава 4 стих, черкните себе. Деяния 8:4. Написано, что апостолы были в Иерусалиме. Иоанн Златоуст говорит, самая трудная битва в Иерусалиме, самая сильная остались там. А дальше 8:4. А рассеявшиеся, когда их разбросали, ходили и благовествовали, не прятались. Я понял, но то есть объясните мне, я не могу понять до конца этого вашего выражения, что это обман. А как бы я говорю, вообще не обман. Я почему вы считаете, что в монастыре они молчат? К ним же люди приезжают, и они им проповедуют, они с ними общаются. Они проповедуют. Мой брат поехал сейчас на Афон. Да. Даже в столовую иду, дорогой нельзя. Я говорю, думаю, в столовой скажу, в столовой сидят, вот все. Голова между ног. Ни одного слова нельзя, уставы запрещают это делать. Есть такое, вышла книга Сидорова, «Христианство». И он прям... Но есть же духовники есть, которые благословлены на это. Так, я вас убеждать не пытаюсь, я только скажу. И он пишет, хорошие следы, где оставило монашество. Теперь мы видим там пустыню. Об этом Андрей Кураев говорит. Я был в городах, где были Вселенские соборы. Ничего, кроме развалин, нету. 2 миллиарда мусульман были бы православными, если бы они проповедовали. И с ними встретились только на полях сражения. Ведь Мухаммад умер в 632 году, Магомед. И мне, это, я говорю, литературная газета, пришла статья, называется «Миссионер 21 века», про Андрея Кураева. Ну, это года два назад. И он там говорит, за 6 столетий ни одного Кирилла Мефодия не нашли послать к ним. Аналоги собирали. И встретились уже, когда мечи стали звучать. Мухаммад это был бы один из самых великих пророков православия. Это все на монашестве лежит. А сколько? 11 тысяч мужиков у Пахомия. Это я вам как жития святых, насчитывал я их, насчитывал, составлял симфонии. 11 тысяч проповедников заглушили. И у них правило не разговаривать ни с кем. Это антихристианское основание. Монашество нужно,
Но нужен для чего? Я вам скажу, для того, чтобы готовить проповедников, снабжать их и допаивать, докармливать, которые будут старые. Другого назначения у них не может быть. Ну, то есть какой-то определенный срок находиться в монашестве, в молитве, а потом идти на проповедь, правильно? Ну, правильно, хотя бы недели две, не больше. Никаких ответов не давать. Это противозаконно, против Евангелия. Вот нужно делать, как вот была Елисавета, ну, царицына, сестра, канонизирована, знаете? Знаю. Обитель в Москве. Которая монашество она была? Да, она монашество. Но у нее сестры были все без монашества. Они просто помогали ей. И вот она ухаживает за... А все одеты по форме. И она ухаживает за больным, за раненым. Она подходит, говорит, матушка Елисавета, я вот за этим ухаживаю, у него здоровье все лучше и лучше. И мы полюбили друг друга. Он зовет меня в деревню. Бог в помощь, поезжай. Будь ему доброй женой. Вот что нужно делать. Замуровали, а они подряд идут, нарушают. Потом в архиерея стреляют. Я говорю только то, что слышал. Архиерей уехал, а тут и романах женился. При мне рукоположил его в диакона. Зачем он рукоположил? Да, тогда был Масендич, этот Антоний в Барнауле. Здоровый, крепкий парень. Девчонку посватался, она не пошла. А он видный такой. Ну, Шаляпин настоящий. Потом он уйдет, окончит консерваторию, будет брать призы на международных, там какие там конкурсы устраивает его. Там опера «Князь Игорь» в Большом театре, в Беларуси везде выступает. Я могу назвать фамилию, но это не надо даже. Но он у меня на моем, вы зайдете на форум и увидите. А ему уже придали другое имя. Теперь он ко мне приезжает. Я монах теперь. Я полюбил ее. Я говорю, я что могу тебе сказать? Ты принял. Я против принятие обета. Но ты принял. Это перед Богом. Бог на небе, ты на земле. Люди не могут понять, ну почему не надо принимать. Это перед Богом, еще раз говорю. С Богом шуток не может быть, читай Экклесиаста. Смотри, чтобы он не разрушил дело твое. Не принимай никаких обетов. Не давай никаких. А просто скажи, да-да или нет-нет. А что сверх того, то от лукавого. Я хочу, Господи, всем сердцем служить тебе. Господи, благослови меня. Ты найдешь хорошую девушку. У тебя прекрасная семья будет, но чтобы она тебе была помощницей и благовестницей. Отверзи Спасибо. Уста мои, научу беззаконных путям твоим. Научу беззаконных. Не сказал, промолчу перед беззаконными. У меня нет никакого образования вообще. Я просто техник-строитель, там учился на штурмана. Это не образование, не богословское. Но я беседую с профессорами богословия, со всеми. И каждый спрашивает, а что вы заканчивали? Ничего не заканчивал, я просто самого учился. Я люблю моего Господа. Мне нравится все, что в Библии написано. И у меня трудно в Библии найти место, которое по мне не проехалось бы. Поэтому оно запоминается. Каноны, их не надо зазирать. Они нужны, они полезны. Есть каноны, которые не нужны. Назовите хоть один канон, которые для своих современников были написаны, а нам они нужны. Назовите конкретно. Не назовете. Понимаете, вам это не преподавали. Это лживые учителя ваши, они вас туда завели. Ни одного правила канонического нет, которое невыполнимо. И оно для здравия нам дано. Хорошо, митрополит сказал Виталий, говорит, Евангелие – это путь Царства Небесного. А каноны – это вехи, которые в пургу стоят на дороге, чтобы нам не сбиться. Вехи. Это очень сильно сказано. Я канонами занимался специально. И говорю, у нас в общине не нарушается ни одного правила, ни одного вообще. У нас тут бороду бреете вы. Вы будете стоять у нас соглашенными, пока борода не отрастет. Почему бороду бреете? Кто вам позволил? Зачем вы скоблите женоподобное лицо имеете? Вы что, готовитесь быть под мужеложником, под садомитом? Это им это нужны, чтобы на женщин похожи были. Вы зайдите у нас о бороде, посчитайте на форуме. Зарядите борода. А не, я знаю, я слышал. Все. Во-первых, вы знаете, во всех семинариях заставляют бриться. Зачем оно нужно беззаконно, это сообщество, семинария-то? Меня никто не заставит. Я в армии. Если не побреетесь, то ну, зачем как ты пошел к беззаконникам, еще раз говорю. Я в армии, на военном билете с бородой. В армии, в советское время. Мне пришлось дорого заплатить за это. Вы никогда не лукавьте. Ты услышал? Бог тебя так сотворил. Все, Володя, покажись, что ты я увидел. Николай, вот он.
Какая там борода? Но никто он ее не трогает. У нас вообще ни одного нет, чтобы бороду трогал. Один глухонемой тут, и он бороду подправил. Он с оглашенными сразу, оглашенные зайдите, он выходит, пока борода не отросла. Это правило. Оно не нами составлено. Так она будет до полу. Ну, пускай до полу, она была у Ануфрия до полу. И он святой. А обычно она очень рано сещется, больше не растет. Перед Богом это. Я делаю это не ради чего-то. Мой Бог меня сотворил таким. Я люблю моего Бога. Я прошел по иконам у нас в храме здесь, в Покровском соборе. 475 ликов. Ни одного нет безбородого, ни одного. Ну, один юноша стоит там, Иоанн, и второй Пантелеимон. Ну, им было там лет по 15. Тут легко объяснить-то. Угу. Борода, из-за бороды у меня было множество проповедей, которые начинали. А что ты бороду как дикобраз отпустил? А как тебя баба до себя допускает? Жена, это начало, я ему начинаю тогда объяснять. Я говорю, а почему вы не отпустили? Да я женщина. А я мужчина. Мужчине Бог дал эту честь. Это его отличие. Борода растет с возрастом. Седина – это знак мудрости, Сирахов говорит. Хотя и не всегда так. Законом твоим ты сделал меня мудрее учителей моих. 118 Псалом, 101 стих. Нам нужно это. Мы православные. Поэтому вы там будете как светильник сиять, там много неправославных. А вы такой же бритый, как оскобленное яйцо куриное. Зачем тебе это? Это Авакум назвал блудодейной ересью. Запишите себе. Напишите. Вам не нравится, а запишите. Бродобритие-блудодейная ересь. Протопоп Авакум. А что мне... О, да кто он такой? Мученик, его сожженный. Это святой человек. Блудодейная ересь. И никогда не ищите послабления. Трудно, говорит, в учении, легко в бою. Да. Вот вы когда будете подвязаться, трудиться, заниматься, сон сокращайте, вставайте в одно время. А тебя днем никогда не ложись, кровать забудь даже. Я вот, жена меня, 46 лет живем, и она меня не видела лежащим ни разу. Днем. Я в камере, там сидит. Меня никто не видел, когда я на горшок хожу. Я встаю рано, там я вставал 4 часа, не 4.40. А подъем в 6, это утренний, я встал, обтерся водой холодной. Я полное правило соблюдаю, считаю. Поклоны, и там иду до других камер, везде стучат. Скажите, батюшки, меня в суд вызывают, пусть помолятся. Благодарности мне с числа. Я в тюрьме был, как на воле. Меня начальник тюрьмы вызывает, полковник Соломин Александр Семенович задает вопросы за вопросами. Он умрет по-христиански. Следователь краевой прокуратуры меня допрашивает. Краевая прокуратура, не район это. И он примет погружение, полное крестится. Я победно шел всегда. Почему? Я сказал, я немощный, у меня нет ничего, Господи. Открой мои таланты и помоги мне их развить. И для этого дай мне добрых помощников, наставников, советников. Я всю жизнь ищу учителей. У Петра Первого, этого антихриста, ну, императора, у него был перстень. Ас требую, щащих мя. Я требую, чтобы меня учили все время. Вопрос, можно спортом заниматься? Можно. Небольшим спортом. Большой спорт – это уродство. Это гибель. Вот у нас... для себя можно, да, конечно, заниматься? Это он мало полезен. Павел говорит, упражнение телесное мало полезно, мало, но оно полезно все-таки. Вы должны быть хорошим работником. Я вот на работе работал, но работа-то тяжелая. Я на второй этаж тачки вожу с бетоном, плотник. У меня выработка всегда была первое место в тресте. 280-300%. Физически я печь ложу. Вот печь от фундамента до трубы с трубой вместе. Две в печке за день выкладываю, я один. А их делает одну печку 4 дня. Во-первых, у меня заработок хороший. Дальше я все время в форме. А дальше куда деньги определить? Я вам говорю о том, что вам надо. Вы не работаете. Будете работать, не забудьте получить благословение от Бога. Вы хотите быть благословенным? Конечно. Пишите первое благословение. С этого начинайте. Да. Пишите. Никогда не проклинай евреев. А благословляй.
Несмотря ни на что, что о них будут говорить. Никогда, я не еврей, я русский. Никогда не проклинай. Почему это Авраама благословение? Благословляющий вас благословлен будет. Да. И последнее в Новом Завете, книга Малахия. Угу. Это вторая, третья глава, вместе прочитать лучше. И он говорит, проклятием вы прокляты весь народ, потому что вы не отдаете десятину. Десятина! Это последнее благословение Ветхого Завета, последняя книга. А в Новом Завете благословение в Духе Святом от Христа. На жизнь в Духе Святом. Десятина. Сегодня, когда говоришь, ой, сколько нареканий, да это Ветхий Завет, да это нынче это не повелено. Я никогда так не рассуждал. Мне не стыдно это вам, молодому, сказать. Когда я услышал, что нужна десятина, у меня внутри огонь пыхнул. Я сказал сам себе, буду платить 9 десятин. Из 100 заработанных 90 на дело Божие. 50 лет прожил в этом накале, ни разу не обманул Бога. Почему я такой благословенный? Вы найдите еще такого придурка, как я, чтобы совершенно невыполнимое ставил условия сам себе. И скажу, что голодный ни разу не был. Я на двух, на трех работах одновременно работал. Ночами я сижу, переплетаю книги до организации, что-то шью, точу. Разные специальности. В уголовном розыске работаю, собак подсаживаю, ювелирные магазины. Но 9 частей я отделю до дела Божия. А куда же деньги девать? Баптистам, которые издавали подпольное Евангелие. И мы туда отвозили. Эти Евангелия раздавали, написано, продажи не подлежит. Так это баптистам. Евангелие из чьих рук попало, какая тебе разница? Никто больше не издавал, это совет церкви отделенная. А ты еще хвалишься. А написано, хвалящийся, хвались Господом. Я им хвалюсь. Меня Бог избрал, Он мне открыл это. Я с вами беседую с радостью. Вы молод, вы многое сможете сделать. Ресурсы, а не мы. С нами покончено. И поэтому не выходи ни на Майдан, никуда. Нужно только молиться за правителей. Молиться, как вы знаете, кто? Янукович, за него молитесь. Мы за Путина. Вот я проехал, подарки сделал Лукашенко, он мне очень нравится. Мы за него, за Рамзана Кадырова молимся. Я ему подарил книги. Тогда жизнь твоя радостью наполненная будет. Хорошо, а вот могут ли православные ребята, которые казаки, да, отстаивать, ну, интересы правительства, защищать против не этих могут. Фашистов? Больше не надо. Я просто отвечаю вам, не могут. Для меня казаки – это те же самые цыгане. Среди казаков найти верующего почти невозможно. Им вот эта религия, что это как коню подпруга. Они Евангелие совершенно не знают. С нагайками крутятся. К нам приезжали казаки, я среди казаков был. Ни одного по-настоящему верующего не встретил, чтобы он подвязался за веру евангельскую. Если вспыхнет мусульманский мятеж, вам первым голову отрежут. А я мусульман нынче 2 раза в Чечне был только, ну, в 13 году. В Дагестане, в Азербайджане. И в доме мулы ночевали. И там я проповедовал. Пошел в мечеть. И они меня представляют другим. И знают, что я христианин. Бог. Бог, это главное, надейся на него. Казачество, какое это все кашкадавы, как называют, ряженые. Они ничего не могут делать. Они даже выпороть человека правильно не умеют. Вот сейчас просто очень напряженно все общество разделилось, и как бы... Ну, православные поддерживают, понятно, как бы молятся за власть. Да. И очень плохо воспринимают всех этих националистически настроенных бандеровцев, псевдобандеровцев, неонацистов. И когда они приезжают, начинают захватывать там уже наши здания, то просто сейчас уже собирается ополчение среди людей, и многие православные тоже идут. Могут не идти. Надо этого делать. Это ничего не сделает. Вы не забывайте, в 45-м году, когда, которые там были, того обряда, их в патриархию загнали. Это возмездие идет. За что гонят? Мы должны в себе найти это. Правильно суды твои, Господи. 7-кратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Я вот за что прославлять должен. Суды его это идут Божии.
И нам нужно... Ну хорошо, православные воины, они могут существовать? Не могут. Ну а как, если человека, всё, допустим, забрали в армию, больше не спрашивайте, никак. Я сказал и все. Любите врагов ваших. Не может быть, это обман. Я вам сказал, вы живите по-своему, идите, убивайте, умирайте. Вы спросили, я ответил. Я никогда не спорю. Верующий не должен спорить. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Я вам возвещаю. Вложи меч твой в ножны твои. Кто ведет в плен, сам ведет в плен. Кто убивает, сам будет убит. Считайте 13 главу Откровения. Вы уже обречены на смерть. Вы не доживете до 50 лет, если будете так рассуждать. Да ко мне врываться будут. Врываются, у меня было это. Я с вами разговариваю, ты не смотри, что я такой тщедушный-то. У меня столько энергии было, драка, а я знаю людей, с ножами. Я в кущу ворвался их, и всех Господь позволил поставить на место. А потом, сколько благодарности было от жен. Потом каким образом? Я посередине оказался. Я оказался в том месте, где эта стрелка была. Я их развел. А теперь они меня где-то кто-то задержит. Они меня, как доктор Газа, до дома сопровождают преступники. Подарки несут. Привезли мне колокол домой. Воску сколько привезли. Там машина опрокинулась. То есть вы словами их остановили, да, или как? Не словами, благодатью Божией, Дух Святой. Я 17 лет сотрудничал с тюрьмою. Они знают, что я 5 тюрем прошел. Я зэк, я каторжник. Я знаю, что им сказать. Я был даже... Посадили меня специально, столкнули, я добился этого. Камера, в которой... Те, которые объявили голодовку. Там по 6-кратные ходки уже делают. Там зайти нельзя. А я упросил, умолил начальство, и они меня запустили. У меня большая дружба была с прокурором края, генерал-лейтенант. И да. Доступ был к смертникам. И к вечеру вся камера, там человек 20, вышли из голодовки. Начальник мне звонит, всю жизнь прослужил в этой системе, не слыхал даже такого. Что вы могли им там сказать? Я скажу вам программу. Представьте. Я только зашел, а они мне мою биографию уже говорят. Я у них по радио поступал, они меня все знают, преступники. Их обидели, их там избил ОМОН. Я сказал, я иду к прокурору края, это точно. Иду, и такое есть, защита прав человека, ну и проще там, где это есть. Я, что не хватало, договориться, привезти там стоп, допустим, фуфаек, мыло. Я схожу к губернатору, я не просто говорю, я должен довести до дела, надоедать. И они меня потом встречают вот здесь вот на улице, кричит, эй, борода, а сам руку назад, мне к вам подходить нельзя, у меня бутылка в руках. Ну я уже мало пью, это жена моя рядом с ребенком, ко мне на дом приходили. Это Бог так делает. Так он придет, убьет. Ну, вот я бы думал, убьет, нам нынче говорили, в Чечню только не ездите, там головы режут. А мы 2 раза там были. В администрации Кадырова были, мы поздновато приехали, может быть, встретились бы. Я ему книги подарил.